быть в мир, где царит счастье и изобилие, где властвует новое сознание и процветание. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наш разговор пойдет о красоте, молодости и внутренней силе. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наш разговор пойдет о красоте, молодости и внутренней силе. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наш разговор пойдет о красоте, молодости и внутренней силе.